Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». В студії для вас працює Катерина Тригубова. І я рада вітати нашого гостя. Сьогодні в гостях у нашій студії Євген Присяженко, головний фахівець управління персоналу Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії. Добре. Говорити ми будемо про вступну кампанію до відомчих вишів. Євгеній Андрійович, Какие учреждения ведут подготовку специалистов для службы в органах и подразделениях гражданской обороны? Для органов и подразделений гражданской защиты имеются такие вузы, как Львовский государственный университет безопасности и жизнедеятельности, Национальный университет гражданской защиты Украины в Харькове, Черкасский институт пожарной безопасности имени героев Чернобыля при Национальном университете, город Харьков, Винницкое высшее профессиональное училище при Львовском государственном университете, ну и Винницкое, и при Винницком училище у нас имеется, где могут поступать девятиклассники, вот... Это лицей, да? Лицей, да. Да, лицей. Только ли в ведомственных учреждениях можно получить сейчас вот высшее образование или среднее специальное образование для того, чтобы работать в государственной службе чрезвычайных ситуаций? Ну, если так сказать, то практически на сегодняшний день необходимо оканчивать наши учебные заведения. Всего лишь у нас была возможность набора с гражданских вузов в нашу службу, когда мы перешли в Министерство чрезвычайных ситуаций с пожарной охраны МВД, вот разрешалось с техническим образованием вузы, которые люди окончили народного хозяйства, где-то на службу принимать. На сегодняшний день практически ограничено это количество, где-то может быть 1-2 человека, возможно, за год, 2 года к нам принять. Поэтому а с чем это связано? Потому что специальности вот, очень такие вот специфические с обязательным знанием, с обязательными знаниями специфическими. Ну, у нас на службе, естественно, что и должности такие, как и инженер, инспектор, начальник караула. Ну, как возможно с гражданского вуза человека назначить на должность, чтобы он имел в своем распоряжении и как руководитель караул, там 10-15 человек участвовал в тех ликвидации чрезвычайных ситуаций. Естественно, это надо специальные знания для того, чтобы грамотно вести эту работу. Гражданский человек, специалист после гражданского вуза, может на протяжении какого-то лишь только периода овладеть этим и вести профессиональную работу. Ну да, человек, который специализированный вуз закончил, да. Он уже сразу же практически они может проходят приступать стажировку к какой-то вот, на протяжении этого. Есть наставники в гарнизоне, и они занимаются, естественно, профессиональные знания свои отрабатывают для того, чтобы именно грамотно принять решение при ликвидации чрезвычайной ситуации. Дорогие друзья, мы сегодня в нашей программе будем знакомить вас с учреждениями, в которых можно получить специальность, которая пригодится потом в службе, в государственной службе чрезвычайных ситуаций. И первое наше учебное заведение, с которым мы хотим вас познакомить, это Львовский университет. Пожалуйста. Героями не народжуються, героями стають. Майбутні герої навчаються у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Це провідний вищий навчальний заклад України, який визнали в Європі. Університет готує фахівців у галузі охорони праці, інформаційної, транспортної, екологічної, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, які найбільш затребувані на ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – це сучасна навчально-наукова база, європейська якість освіти, стажування за кордоном, широкі можливості для самореалізації, а головне – гарантована державою робота.
Якщо ти хочеш здобути престижну професію та стати успішним, вступай на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Вот мы посмотрели ролик, рекламный ролик, это Львовский университет обеспечения безопасности жизнедеятельности, можно туда поступить. Из этого материала мы поняли, да, что в принципе достаточно широкий спектр профессий там, но именно по каким профессиям готовит каждый вуз мы немножечко попозже поговорим. А вот сейчас я хочу спросить, почему именно вот сейчас, да, мы начинаем говорить о профориентационной работе, потому что гражданские вузы, они обычно это начинают где-то, ну вот после новогодних праздников, да, где-то уже февраль, да, март, да, он так активно начинает работать. Вы начинаете сейчас в ноябре. Почему, с чем это связано? Профориентационную работу мы начинаем. Закончился год, в августе месяце прошло зачисление в курсанты университета, и практически с сентября месяца предыдущего года, уже вот как в 2015 году, с сентября месяца, мы уже ведем эту работу. Ну, это наглядная агитация, выступление, подразделение участвует в этом. Чего так рано, я бы не сказал, что рано, но для наших вузов необходимо подготовить человека, чтобы он прошел определенные ступени. А что это значит? Это значит, что вся должна быть учетная документация собрана. Человек на протяжении этого периода, если он поступает, должен пройти медицинскую комиссию, должен пройти психофизиологическое тестирование, вот, определенные учетные документы. То есть мы должны посмотреть на него, что он собой представляет в физическом плане, потому что один из экзаменов в нашем вузе – это сдача физических нормативов, куда входит три комплекса. Это бег 100 метров, 1000 метров и подтягивание на перекладине. И вот все это в комплексе, если человек все буквально эти стадии прошел, тогда уже рассматривается вопрос о том, чтобы можно было направить его на вступительные экзамены. И профориентационную работу как раз связана уже с этим. Я скажу, что буквально вот недавно, дня два назад, к нам приезжали из Черкасского института пожарной безопасности, где на базе Южноукраинска в Доме культуры были и родители собраны, и абитуриенты, которые в 2016 году оканчивают среднюю школу, 11-классники. Участвовало 10 вузов, так мероприятие называлось, ярмарка профессий. И наши представители Черкасского института участвовали в этом, рассказали интересно. И сегодня мне уже звонят с подразделения Южноукраинска, что родители вместе с сыновьями, дочерью приходили, ну, интересовались и уже собирают документы для того, чтобы прибыть в областное управление для дальнейшего оформления. Ну вот вы говорите, сыновья и дочери, да, значит, да, девочки тоже могут учиться, но, наверное, не на всех факультетах, не все направления им доступны, да, ну, в связи с тем, что есть вот чисто мужские, наверное, профессии вот в этом вашем ведомстве. Да, я скажу, что все вузы, и Национальный университет, и Львов, и Черкасы, ограничения как такового нет. Но если мы возьмем Черкасский институт пожарной безопасности, там пожарная безопасность и гражданская защита, и практическая психология. Но большей частью девушка может быть как на практическую психологию. Если в Национальном университете гражданской защиты, там химические технологии есть специальность, или охрана труда, экология, вот для девушек. Но не ограничивается приеме на пожарную безопасность или гражданскую защиту девушек. И также Львов такой же отбор ведет. Ну, может быть, затруднение в каком-то проживании. Там, если вуз готов, сразу же Львовский государственный университет принимал на пожарную безопасность и гражданскую защиту девушек, то на сегодняшний день вот Национальный университет и
Черкасский институт пожарной безопасности в основном ведет отбор кандидатов. Ну, мы говорим о девушках. Есть да. казарменное положение, то есть есть курсанты, да, которые постоянно находятся, ну, как в военном, скажем так, училище или университете, или академии. И есть специальности, на которые можно приходить учиться, да, то есть жить где-то за пределами университета, допустим, или института, и приходить. Да, так или все-таки? Да, понимание того, что вы говорите, это различие между курсантской жизнью и студенческой. Да. Ну, наши вузы тоже ведут работу вот по отбору абитуриентов за счет государственного бюджета. Здесь будут курсанты. Угу. Если за оплату, то, естественно, это студенты. Различие большое. Если вот нюансов касаться между курсантской жизнью, курсантами и студентами. Отбор мы проводим только абитуриентам за счет государственного бюджета. Вот, студентами мы не работаем. Мы сразу же, если есть родители, к нам обращаются, мы их командируем. Там, то ли в Черкассы, где желание есть, то ли Харьков, то ли Львов. Что это значит вот, за счет государственного бюджета? Это значит, абитуриент, поступивший или зачисленный курсантом в высшее учебное заведение, он не платит за ту специальность, которую он обучается на протяжении 4-5 лет. Стоимость этой специальности на сегодняшний день где-то 8,5-9 тысяч гривен. Второе – это бесплатное проживание казарменное или общежитие. Третье – это форменное обмундирование. Четвертое – это ежесуточное трехразовое питание бесплатное. Пятое – стипендию получает курсант. И шестое, что очень немаловажно – это молодой специалист, выпустившийся с вуза. Для него гарантируется трудоустройство. Нет у нас ни одного молодого специалиста, который бы прибыл по окончанию высшего учебного заведения в наш гарнизон. И мы сказали, что, дорогой, ищи себе место. Вот, такого у нас нет. Каждый курсант, вышедший из учебного заведения, находится и под надзором государственной службы. Мы в обязательном порядке, пришло к нам 30, 35 или 40 человек, молодых выпускников, по каждому человеку даем суд. Не только, что он назначен, а и на какую должность назначен в гарнизоне. И знакомимся со следующим учебным заведением, это Харьковский университет. Вони першими приходять на допомогу людям у найскладніших ситуаціях. При пожежах, природних катаклізмах, аваріях, техногенних катастрофах завжди в епіцентрі усіх надзвичайних подій – рятувальники. На плечах рятувальників лежить велика відповідальність за наші життя, які інколи залежать саме від мужності, витривалості та професіоналізму тих, хто обрав одну з найнебезпечніших та складних професій. Сьогодні в Національному університеті цивільного захисту України діють 5 факультетів – цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, соціально-психологічний, пожежної безпеки та техногенно-екологічної безпеки. На території Національного університету цивільного захисту України діє навчальний полігон. Його площа становить понад 15 гектарів. Тут моделюються різноманітні екстремальні ситуації. Дії при рятуванні людей на висоті курсанти університету відпрацьовують у спеціальному класі. У гірських районах або ж у містах після землетрусів та ураганів рятувальникам доводиться виконувати свою роботу в умовах, коли використання спецтехніки є неможливим. Рухатись на складному рельєфі, підстраховувати один одного, пересувати за допомогою мотузки – усі ці тонкощі вивчають тут майбутні рятувальники. Великої уваги в університеті надається фізичній підготовці. В числі вихованців закладу – чемпіони Європи та світу з гірьового спорту, численних видів одноборств.
А ще життя курсантів університету сповнене багатьма яскравими подіями. Конкурси краси, виступи самодіяльних творчих колективів – все це робить навчання яскравим і незабутнім. Професія рятувальника не просто є важливою. Вона є необхідною. Адже саме рятувальник в будь-якій надзвичайній ситуації має вчасно прийти на допомогу і врятувати найцінніше, що є у людини – її життя. У Національному університеті цивільного захисту України навчають бути сильними, рішучими, мужніми, витривалими, справжніми професіоналами, які у будь-яку мить готові прийти на допомогу, ризикуючи собою заради порятунку інших. Ну вот, так можно, в таких условиях можно учиться в Харькове. И я хочу напомнить, что можно консультацию получить уже вот сейчас, да, посмотрев нашу программу. Если возникли какие-то вопросы, вы, дорогие друзья, можете обращаться в наше управление персоналу Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области. Это телефон 490631. 490631. Он скоро появится на ваших экранах ближе к концу программы, для того, чтобы вы его записали. И в случае возникновения вопросов у вас или у ваших детей, у ваших родственников молодых, которые, возможно, захотят посвятить свою жизнь именно службе в этом ведомстве, пожалуйста, звоните и уже сейчас получайте ответы на многочисленные вопросы по поводу того, как поступить, как учиться, какую профессию изучать. Избрать 490631. 490631. Продолжаем дальше. Условия, вот мы посмотрели, да, два университета, дальше будет институт и высшее училище профессиональное. Условия хорошие и там, и в другой аккредитации, да, в учреждениях. Какова служба? То есть вот человек заканчивает, да, вот он приходит в наше подразделение, в другой области. Есть ли какие-то отличия в службе, да, в прохождении службы вот в подразделениях, допустим, вот в Николаевской и Сумской области, да, то есть, или же все везде одинаково, с одинаковыми зарплатами, с одинаковыми условиями работы и требованиями к работе? Ну, требования к работе, естественно, что одинаковые, да, что в Сумской области, высокие, что в Николаевской, да? Что в Одесской, что в городе Киеве. Ну, и так можно перечесть все области. Вот. А что касается сотрудников, и которые прибывают, или выпускников учебных заведений в наш гарнизон. Естественно, это требования к тому, дисциплине, овладеванию профессиональным опытом, потому что без этого далеко не уедешь. Вот. Не овладел этим, ему тяжело, ведь он же после окончания учебного заведения становится руководителем. У него подчинение, вот у 23-летнего, 22-летнего молодого выпускника уже 10-15 человек находится в подчинении, и принимать решения по каждому человеку жизнь сложна, и необходимо все человеческие качества разбираться, чтобы не было такого, что сотрудники с рапортами обращаются на увольнение, потому что начальник караула претензионно там относится и тому подобное. Поэтому различий как таковых в гарнизонах областей нет. Что касается денежного содержания, да, оно на одном уровне, что в тех областях, Кировоградская, Черкасская. То есть от региона это не зависит? Да, от региона не зависит, потому что денежное содержание установлено постановлением Кабинета министров, вот, и определен оклад по каждой должности, как инспектора, как инженера, начальника караула, ну и выше, замначальника части, начальника части, руководства, начальники отделов, секторов и тому подобное. Поэтому здесь различия нет. Различия в денежном содержании сотрудников может составлять, да, пришел он через там, 3-4 года, стал начальником части, вот,
и 2 или 3 года выслуги, а второй человек, допустим, 10 лет прослужил, естественно, что выслуги у него больше, и он будет в денежном содержании больше. Больше. Да, дальше мы поговорим о том, влияют ли условия работы природные, скажем так, да, региона на требования к людям, которые приходят на работу. А пока мы познакомимся с учреждением, это институт в Черкасах. Сьогодні професія рятувальника – одна з найнеобхідніших у світі. Безпека держави багато в чому залежить від фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України пропонує якісну освіту для тих, хто вирішив присвятити своє життя служінню народу. Навчальний заклад враховує світові досягнення та нові передові технології в профілактиці надзвичайних ситуацій, рятуванні людей та матеріальних цінностей. В навчальному процесі враховуємо побажання викладачів та вихованців, готуємо за напрямами та спеціальностями – пожежна безпека, цивільний захист, психологія, охорона праці, екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування. Спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр на денній і заочній формах навчання на 4 факультетах – оперативно-рятувальних сил, пожежної безпеки, цивільного захисту та управління, техногенної безпеки та охорони праці, як за державним замовленням, так і на платних засадах. Для абітурієнтів організовано курси до вузівської підготовки. Ми надаємо освітні послуги з перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів у галузі знань «Цивільна безпека» та з підготовки іноземних громадян. В інституті формується спільнота молодих прогресивних людей, які здатні зробити наше життя безпечним. В процесі навчання вихованці інституту отримують незалежну оцінку своїх досягнень, вивчають надбання та досвід людей, що досягли високих результатів у професійній діяльності. Після закінчення навчання випускники отримують диплом про вищу освіту встановленого державного зразка та мають гарантоване працевлаштування у підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Випускник, крім професійних знань, також отримує посвідчення водія категорії Б та навички надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим у разі виникнення надзвичайної ситуації. За 40 років навчальний заклад має багатий досвід у сфері цивільного захисту. Познакомились с Черкасами и какие требования к кандидатам, которые хотят поступить в университет, институт или же училище? Требования в наши вузы, нельзя сказать, что жесткие, но, тем не менее, человек должен быть здоровым, прежде всего, потому что он проходит медицинскую комиссию дважды. Я за третий раз не говорю, потому что стадии имеются, начинает с своего района, где человек проживает, здесь проходит окружную военно-врачебную комиссию и в вузе третий раз. Поэтому к медицинской стороне очень серьезно обращает внимание. А интеллектуальные вот уже знания? Естественно, что человек должен обучаться среднее, я не говорю, что там только отличники. Вот, и самое хороший средний уровень подойдет. Да, и самое главное, да, это сдать успешно независимое тестирование, которое проводят в школе, и получить сертификат, ну, хотя бы там 130, 140, 150 баллов, чтобы было. Новшества в 2015 году были по независимому тестированию, профильного предмета не было, вот как предыдущие годы. А у нас профильный предмет в основном был математика, и вот необходимо было набрать 140 баллов. И практически мы набирали 50-55 человек, а в конечном итоге выход был на 30-35, потому что звонили абитуриенты и говорят, я математику не сдал. То есть 140, даже полбалла не хватает, ему все равно не засчитывали. Вот, то в этом году, в 2015 году, все предметы были, необходимо было набрать не менее 100 баллов. Вот. Ну, в физическом плане человек должен быть и те нормативы, которые заложены приказом или приказе,
выполнять. Это, я говорил, подтягивание на перекладине, бег 100 метров и 1000 метров. Ну, несложно, если для ребят, допустим, бег 13,0, это 200 баллов. Подтянуться на перекладине 17 раз, это 200 баллов. И пробежать 1000 метров 3,14-3,15 по времени сотых, это 200 баллов. Я не буду говорить там неудовлетворительно, я нацеливаю, ну, да, ну, чтобы, да, конечно, человек знал максимальные результаты. Да. И девушки так же самое, но у них там второй вид, это отжимание от пола, то есть для девушек 22 раза необходимо отжаться, чтобы 200 баллов получить. И вот человек сдал экзамен, получил по трем нормативам по 200, это 600 баллов набирает. То есть если у нас решается вопрос где-то по конкурсу, люди там 10, 15, 20 человек, то идут, ну, на первых местах это те абитуриенты, которые сдали лучшие физические упражнения, имеют больше баллов. Спасибо большое. К сожалению, наше время уже практически истекло. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете, если у вас возникли вопросы, вы хотите получить дополнительную информацию, обратиться в отдел кадров Главного управления. Это по телефону 490631, 490631, код города 0512. Я вас благодарю за то, что вы были в нашей студии. Да, я благодарю вас, дорогие телезрители, за то, что вы остаетесь с нами. И, наконец, нашей программы я предлагаю вам познакомиться с еще одним учебным заведением. Это видео из Вінниці. Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту – державний навчальний заклад Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Навчання в училищі здійснюється на 7 циклах та циклових комісіях – пожежно-технічного обладнання та газодимозахисної служби, оперативно-тактичному, аварійно-рятувальної техніки та обладнання, організації служби та цивільного захисту, виробничого навчання, гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Вінницьке вище професійне училище є навчальним закладом 3-го атестаційного рівня, що здійснює підготовку фахівців сучасної компетенції з галузі знань цивільна безпека за спеціальністю організація та техніка протипожежного захисту освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. У навчальному закладі створено всі умови для здобуття вищої професійної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Після закінчення училища випускники можуть працювати на посадах керівного складу місцевих пожежних команд, начальника караулу, молодшого інспектора державного пожежного нагляду, командира відділення, диспетчера аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних підрозділів та інших посадах, що відповідають освітньо-кваліфікаційним вимогам.